Процент дохода в бизнесе взамен на криминальное покровительство. Такое предложение поступило местному индивидуальному предпринимателю от ульяновцев 44 и 46 лет. В случае отказа злоумышленники угрожали физической расправой. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Засвежскому району города Ульяновска при силовой поддержке бойцов СОБР Росгвардии по Ульяновской области по подозрению в совершении тяжкого преступления задержали двоих членов организованной преступной группы. Злоумышленники заключены под стражу. У них изъяты травматический пистолет ОСА и массивная металлическая цепь с шаром на конце. Следственным отделом ОМВД России по Засвежскому району возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство». Ульяновцам грозит до 15 лет тюрьмы.